эпопея. Мы все прекрасно знаем, 16 лет длилось с момента, скажем так, появления самой идеи до момента реализации того, что мы здесь видим. Да, было действительно очень много проблем, поменялось огромное количество подрядных организаций. Очень много было сложностей. На сегодняшний момент мы пришли к финишу. Объект готов. Полностью все замечания, которые были указаны в предварительном комитете, все практически выполнены, устранены, и мы уже практически готовы приступить к его использованию по фактическому назначению. Уже во вторник будут приняты советом депутатов тарифы по всем направлениям деятельности данного учреждения. Ну и уже на следующей неделе, в принципе, будут продаваться абонементы для посещения массового, в том числе посещения для занятия спортивной секции в этом заведении. Поэтому действительно это очень знаковое и очень важное событие, которое произошло в начале 2001 года, и оно, наверное, даст дальнейший какой-то импульс для развития, в общем, всего массового спорта города Иваново. Прекрасный объект. Строительство шло на протяжении долгого времени, не без проблем, но всегда радует, когда завершается такая долгая стройка и сделано все достаточно хорошо, использованы современные отделочные материалы в оформлении. Вообще спортивные современные объекты должны быть яркими, должны привлекать молодежь в первую очередь для того, чтобы развивать и популяризировать спортивное направление в Ленинградской области и в Российской Федерации в целом. Наличие этого объекта в непосредственной близости от государственной границы Российской Федерации — это лишнее доказательство того, что в Российской Федерации все хорошо, что здесь есть жизнь. И мы понимаем, что пандемия не будет длиться вечно, поэтому это прекрасный объект для занятия спортом, ну, не только жителей Ивангорода и города Кингисеппа и Кингисеппского района, но и наших коллег, наших партнеров из близлежащих стран еврозоны. Данный объект спортивный позволит проводить здесь не только тренировочный процесс, но и он способен, да, принимать, ну, различного уровня соревнования. Областные, межрегиональные. Поэтому у нас, к сожалению, 2020 год было большое количество спортивных мероприятий отменено из-за эпидобстановки. Но в ближайшем будущем мы ожидаем, что все-таки эпидобстановка будет улучшаться. И мне приятно, что Дмитрий Петрович сегодня здесь с нами, своими глазами прошел, посмотрел наши возможности. Я думаю, что на уровне спорткомитета тоже мы сможем выстроить нормальные долгосрочные отношения и с федерациями, для того, чтобы можно было и сборы на нашей площадке проводить, соревнования проводить. Ну, конечно, чтобы жители Ивангорода, жители Кингисеппского района, безусловно, пользовались этим объектом и вставали в строй тех людей, которые систематически занимаются физкультурой и спортом, да, так как президент четко поставил задачу, мы должны максимально людей увлекать. Сегодня буквально был совет ветеранов. Наши ветераны, хоть и на самоизоляции, но, безусловно, тоже ждут, когда у них появится возможность в утреннее время, так скажем, время, когда свободно, да, чаша в основном, да, они с удовольствием тоже будут ходить, заниматься физкультурой. Оздоравливаться, безусловно, да, набираться сил после длительных каникул. Вот ваше впечатление от такого зала и вообще этих помещений? Ну, он очень большой, в нем удобнее тренироваться, ну, потолок выше, да, получше кидать. Ну, нравится вам? Да, очень. Тепло и хорошо. Хорошо, когда уютно и хорошо. Есть высокие потолки, да? Да.